Всем привет, с вами я, СМЗ. Итак, у природы нет плохой погоды, а у велопарада всегда хорошая погода. Итак, осенний московский велопарад, который завершает велосезон, я не буду принимать это участие. Итак, осенний московский велопарад. Старт от пересечения Звездного бульвара Останкинского проезда, финиш в парке Красная Пресня. Длина маршрута 30 километров. А если кому интересно, как будет прокладываться маршрут. Итак, стартуем от ВДНХ, проезжаем мимо северного окраина парка Сокольники, дальше по набережным реки Яузы, по набережным Москвы реки, финиш в парке Красная Пресня. Так, да, официально старт. И отправляемся в сторону парка Красная Пресня. Но сначала первым пунктом у нас северная окраина парка Сокольники. Так, ну что, у нас сейчас дорога пересекается с трамвайными путями. Но трамвай нам уступили дорогу. Итак, вот оказались мы на окраине, северной окраине парка Сокольники. Конечно, очень неудобно с трамвайными путями ехать. Но ничего, нам где-то метров 300 осталось, чтобы мы спокойно поехали. Дальше следующая точка — это начало набережной реки Яузы. Вот сейчас мы потихонечку приближаемся. Сейчас трамвайные пути повернут направо, а мы продолжим движение дальше. Так, продолжаем движение. А, и еще пока нет. Ошибся немножко. Вот сейчас вот это место, как раз когда будут трамвайные пути поворачивать направо.
А мы продолжим движение прямо. Сейчас очень аккуратно переезжаем трамвайные пути. Очень аккуратно. Все. Да, дальше. Следующая точка. Начало набережной реки Ялсы. Так начинается набережная реки Ялсы. И будем следовать до пересечения с Москворецкой набережной. Это набережная Москвы-реки. Блин. В автомобильном терминологии происходит так называемый паровозик. В велосипедном мире можно тоже применить этот термин. Так. Дальше едем дальше по Русаковской набережной. Это все еще набережная реки Ялзы. Так, мы приближаемся к району возле станции метро Электрозаводская. И как раз вот Электрозаводский мост. Или Черкизовский, я не помню точно. Служение, потом расширение. Нормально. Конечно, со своей музыкой кто как. Кого хэви метал, кого рэп, кого рок. Главное, чтобы было хорошее настроение. Вот сейчас проезжаем
один из пешеходных мостов, а это Тессинский. Наверное, единственный на набережной реки Яузы. Так, вот еще одну, один мост будем, который проезжать. Тогда у меня неразбериха получается. Сколько вообще здесь пешеходных мостов на набережной реки Яузы? И какая из них Тессинская? Кстати, сейчас мы едем по Рубцовской набережной. И сейчас будем потихонечку приближаться к Лефортовской. Названо в честь самого длинного тоннеля в Москве, один из длинных тоннелей в России, Лефортовский тоннель, является частью третьего транспортного кольца. По простонародье нас называют трешка. Подъезд к Лефортовской набережной. Рядом находится Московский государственный технический университет имени Баумана. Вот Лефортовская набережная через 300 метров будет. Такая небольшая горочка при подъеме с пересечением с Госпитальной улицей. Ну, Госпитальная улица налево метров через 200. Давай, давай, горочку, горочку. Реально тяжело крутить педаль, когда поднимаешься на гору. А вот сейчас небольшой спуск будет. О-о-о-о. Да еще сужение. Сейчас будет создаваться еще это бутылочное горлышко. Тормозить как бы надо. Так сильно-то улететь. Вот у нас небольшое пересечение с третьим транспортным кольцом. Сейчас будем приближаться к набережной Академика Туполева. Thank you.
вот сейчас мы расстаемся с третьим транспортом, продолжаем ехать до набережной Москвы-реки. Вот сейчас мы едем в горочку. Так. Главное, аккуратно. Так, ну и все. Остаемся с третьим транспортным. Продолжаем дальше ездить. Так, сейчас мы едем по Сыромятнической. Я так думаю, что дальше это будет у нас Костомаровская. Даже электропоезд с нами. Да, дальше это Костомаровская набережная. Вот один из храмов, который находится на этой набережной. Вот еще один мост. Так, теперь опасный поворот. Потихонечку поворачиваем. Так, аккуратно, 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 аккуратно. Опять сужение? Нет, сужение до трех. Там было четыре полосы. Так, дальше у нас по пути Серебряническая, Серебряническая набережная. Если бы немножко отклонились от курса, то мы бы либо выехали на Курский вокзал, либо на Таганскую площадь. Ну, не так уж уехал от начала колонны, белой колонны точнее. Ну, в принципе, ближе к началу я нахожусь. Вот там начало только вот начинает проезжать мост. А, ну ладно, пусть колеса мои. Помоют. Помоются сами. А сейчас едем еще под одним мостом. Зрители еще на мосту бывают. Тоже запрещают запечатлять эти на память. Дальше у нас остались Яузская и Устинские набережные. А потом выезжаем на набережную Москвы-реки. Вот видно с задней стороны знаменитая сталинская высотка, дом на Котельнической набережной. И так заканчивается набережная реки Яуза. Это Устинская набережная. Рядом дом на Котельнической набережной. И въезжаем в набережную Москвы-реки. Сначала будет Москворецкая, потом Кремлевская, и дальше будет по порядку. Доедем до Лужников. Повернем на Лужнецкий проезд и опять обратно по набережной. Финиш в парке Краснопресня. Осталось метров 50.
и начнем поворачивать. Итак, набережная Москвы-реки. И первое, чем примечательно при въезде сюда, мы видим строящийся пока парк Зарядье, Кремль, Спасская башня, храм Василия Блаженного, Большой Кремлевский дворец, соборы, храмы внутри Кремля. И вдали Москва-Сити. Здесь вон видеть можно строящийся парк Зарядье, там разные здания будут. В этом парке будут представлены все природные зоны России. Тундра, тайга, смешанные леса, хвойные, леса, степи, степь. А сейчас впереди Большой Москворецкий мост. Все, сейчас дальше у нас Кремлевская набережная. Так, дальше у нас Большой Каменный мост, потом Патриарший. И самое главное, это храм Христа Спасителя. Пересекаем Патриарший мост. Дальше мы видим памятник Петру Первому. Ну и самое главное, это храм. Храм Христа Спасителя. Сейчас мы чуть-чуть отъедем. Ну вот горожане, жители, туристы, которые посмотреть на этот замечательный осенний велопарад. Храм Христа Спасителя. Сейчас будем проезжать мост. Так, дальше. Памятник Петру Первому, центральный дом
художник ЦТХ. Нет, художник не важно. Сейчас будем приближаться к единственному в Москве навесной Крымский мост. Ой, значит какая-то опять давка. А, ну понятно, опять сужение. И поэтому опять создается это бутылочное горлышко. Так, дальше. Вот приближаемся уже к Крымскому мосту. Сейчас будем еще немного орать. Для удовольствия. Потому что все в хорошем настроении. Дальше у нас будет мост Богдана Хмельницкого. Уже более шире, поэтому мы можем перестроиться. А, нет, стоп, это не мост Богдана Хмельницкого. Этот, я забыл. Это один из пешеходных мостов, но мост Богдана Хмельницкого, это рядом с Киевским вокзалом. А мы сейчас будем приближаться к Лужникам. Сейчас мы видим здание Министерства обороны России. И постепенно приближаемся к Лужникам. Вот как раз. Так, ну что, приближаемся Лужникам, Лужнецкий, наверное, сказать, Лужнецкий мост. Ну, вдали поезд МЦК Московского центрального кольца, который открылся недавно. И сейчас у нас возникает вопрос. Я бы сейчас поворачиваю на Хомоновский вал, и мы продолжаем ехать до Новолужнецкого проезда. Но, скорее всего, мы едем прямо до Новолужнецкого проезда. Так, у нас сейчас очень сразу резкое сужение дороги. Блин. Опять же бутылочное горлышко. Ничего не скажешь. Пока сейчас мы едем по Лужнецкой набережной, и вот видим главную башню главного здания МГУ имени Ломоносова. Да, так и есть. Мы сейчас поворачиваем на Новолужнецкий проезд. Все, а дальше там только пешеходные зоны. Надо хорошо бы съехать. Так. Чтобы
чтобы не... Отлично. И поехали на поворот на Новолужнецкий проезд. И отсюда мы как раз видим Комсомольский проспект, да. Я не путаю, потому что рядом стадион Лужники. Так, у меня сейчас такое ощущение, что сейчас пойдет дождь. Какой-нибудь так маленький-маленький. Ну ладно. Надо где-то еще километров 5-10 до финиша. А, нет, это не Комсомольский. Все правильно. Все правильно. Как-то автомобилисты-то не веселые. Ну ладно. Ну вот сейчас поворачиваем. Уже это будет последний поворот. И у нас будет длинная дорога до Москва-Сити. Вот дальше мост Богдана-Хмельницкого, на противоположной стороне Киевский вокзал, торгово-развлекательный комплекс Европейский. Мы продолжаем движение по Ростовской набережной. Там дальше будет метромост, это первый вообще в московском метрополитене. Что там наша колонна растянулась? Она там потихонечку побежала с улицы 1905 года. А я пока приближаюсь к Дому правительства Российской Федерации. И вот буквально такой длинный поворот до Москва-Сити.
О! Так, ну что, два поворота осталось. И финиш в парке Краснопришня, рядом с Москва-Сити. Осталось где-то метров 200 до поворота на улицу 1905 года. Так, кто-то нам по стрижке уже едет. Но это не важно. Ну, накатался. 30 километров. Это очень круто. Хотя и больше катался. Надеюсь, вам... Ну, мне понравилось, конечно, и надеюсь, вам понравится вот это путешествие, велопарад и все совместное. Итак, следующий велопарад состоится зимой. А пока буду отправляться на другие мероприятия, которые вам и мне интересны. С вами был я, СМЗ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока!